Экипажи ГИБДД дежурят на въезде в Петропавловск со стороны федеральной дороги Морпорт-Аэропорт, а также на старой Елизовской трассе. Задача этих постов – проверить у водителей наличие справок от работодателей, деятельность которых не приостановлена, а также информировать о том, что в период сложной эпидемиологической обстановки жителям города рекомендуется не перемещаться между населенными пунктами, а находиться дома. Напомним, что в Петропавловске продолжается патрулирование городских территорий нарядами полиции вместе с дружинниками. Основная задача всех принятых ограничительных мер – снизить количество граждан, находящихся на улице, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники госавтоинспекции Камчатского края ежедневно проводят профилактические рейды, призванные не допустить распространения коронавирусной инфекции. Цель таких рейдов – разъяснительно-рекомендательная работа с населением. Сотрудники объясняют гражданам, зачем введен режим самоизоляции, на кого он распространяется, а также напоминают жителям, которые вынуждены покидать свои дома, как обезопасить себя и своих близких от заражения новой коронавирусной инфекцией. Касаемо постов ГИБДД на выезде из города, то задача этих постов – проверка у водителей наличия справок от работодателя, деятельность которых не приостановлена, а также информирование о том, что в период пандемии коронавируса жителям города рекомендуется не перемещаться между муниципалитетами, а находиться дома. К административной ответственности привлекаются только те граждане, которые осознанно игнорируют режим самоизоляции и с которыми уже неоднократно проводилась разъяснительная работа. Давайте помнить, что только вместе мы можем не допустить распространения инфекции на территории края. Добавим, что по данным Министерства здравоохранения России, на сегодня в стране подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже выздоровели 494 человека. В общей сложности проведено свыше 900 тысяч тестов. На Камчатке официально подтверждено 2 случая заболевания COVID-19. Всего в настоящее время зарегистрировано 33 больных с респираторными симптомами, выписано 14 человек. В стационарах находится 9 камчатцев, проведено 2194 исследования.